Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Вітаємо. Світлана, доброго ранку. Доброго утра. Зібралися ми вже просто нашим глядачам прожужжали усі вуха про те, що ми сьогодні розкажемо, як же ж модно вдягатися, щоб виглядати круто, стильно цієї весни. Здорово. Отличная тема. Мне она очень нравится, поэтому сегодня максимально будем показывать на примерах все, что будет модно в этом году. И хочу сказать в первую очередь, что мы с вами сейчас живем на стыке модных эпох. То, что нам привычно, то, что мы обычно привыкли покупать в магазинах, оно уже уходит. И сейчас приходят новые формы, сейчас приходят новые тенденции, сейчас очень модная мода 90-х, когда были объемные рукава. Тобто мода все-таки повертається, зробила таке коло. Циклично, так. Да, она возвращается, но она возвращается немножко по спирали. То есть вроде бы привычно то, что ну, мы с начинаем таким нововведением, так? Да, мы начинаем вроде это узнавать, но все равно оно совершенно по-другому выглядит. И оно представлено в других тканях, оно представлено в других формах. И даже если хочется достать то, что уже лежало, допустим, с тех времен, то оно все равно уже актуальным не будет, даже если форма будет такая же самая. Угу. До речі, про форму. Зараз, наскільки я розумію, якщо мова йде саме про верхній одяг, так? Зараз в моді оверсайз, тобто коли річ, вона більша на один або навіть на два розміри за те, яка вам подходит, так? Угу, совершенно верно. Есть такой тренд. Это один из трендов, который сегодня очень распространен. То есть так называемая маскулинность в образе, то есть от слова мужской. То есть девушки часто надевают пиджаки, которые очень большие, не утрированно большие, и собирают их поясом на талии. То есть очень хорошо, что мы начали именно с этого, потому что в моде сейчас управляемый объем. То есть если раньше девушке можно было для того, чтобы подчеркнуть свои достоинства, именно покупать фасон, который будет облегать ее, то есть определенные части тела, которые нужно подчеркнуть. То есть сейчас совершенно наоборот. Сейчас берется оверсайз, берется что-то очень широкое. И будешь ты у нас такой вот родзинкой и загадкой, так? Да, и вот этот оверсайз собирается, вот это от объем ткани собирается на тех местах, которые нужно подчеркнуть. То есть его специально не облегают, а наоборот подчеркивают оверсайзом, подчеркивают хрупкость девушки внутри и собирают вот там, где нужно. Например, вот я сегодня в платье от бренда Mervais. Это николаевский бренд. Дизайнер бренда Анна Хохлова. Она работает в трендах, в очень крутых тканях. Продается в Европу и в Америку. То есть у нас большое преимущество, что у нас в городе есть такой человек, есть такой бренд, который можно действительно вот прямо пощупать, померить, купить по очень демократичной цене. И именно Анна, она очень хорошо работает с трендами. Вот один из трендов, который воплощен именно в этом платье, это вот как раз вот объемный рукав и ограничен манжетом. То есть длина миди сейчас будет в моде, не мини, не макси, то есть это, конечно... Золотая середина. Да, это золотая середина. То есть это не значит, что не нужно носить мини-юбки, это не значит, что не нужно носить макси, но основная длина, вот если мы хотим тренировать насмотренность, это сайт Net-a-Porter, там все трендовые, все дизайнерские вещи, и вот практически 90% платьев там миди длины, юбки там миди длины, поэтому вот сейчас, если мы хотим быть в моде, то это миди длина одна из таких показателей. И именно вот объемные рукава, манжеты и деконструктивизм. Что это такое? Это нарушение кроя. В 90-х годах японцы Ямамото и Кавакуба привезли этот тренд, то есть это направление, в принципе, в Европу. Вся Европа была в шоке, была в обмороке, потому что все привыкли к симметрии. Вот. А в Японии... Так, ты брала эту картиночку, чтобы все еще правильно. Да, чтобы ровненько, там идеально, все выкройки совпадали, все четко. Вот. А в Японии считается, что асимметрия – это красиво, асимметрия, то есть «а». Симметрия – это не очень красиво. И поэтому они привезли свою философию сюда. Тогда это был шок. А сейчас асимметрия в крое – это считается признаком дизайнерской вещи. Вот, например, одна из вот этих вещей тоже – это бренд Mervais. Мы покажем его в камеру.
Во-первых, идет стиль милитари, тоже очень трендовый стиль, то есть все элементы военной формы, то есть это может быть какие-то пуговицы, это погончики, то есть вот элементы милитари формы тоже очень хорошо и актуальны сегодня. И что делает бренд Mervais? Они смещают двубортность, то есть идет обычная планочка и двубортность смещена, то есть обычно мы берем двубортный пиджак, он посередине, да, у нас должен быть центроваться, то здесь этот центр немножко смещен, и это очень красиво смотрится. И плюс обратите внимание на нижний крой, то есть тут полочки тоже не совпадают, то есть соблюдается асимметрия, видите? Ага, да, то есть четкая линия, асимметричная, это длиннее, это короче. То есть когда ее эту рубашку носишь на выпуск, то она тоже очень стильно смотрится. Поэтому очень люблю вещи этого бренда и очень советую, потому что действительно она работает сегодня в актуальности максимальной. Ну, насправді так, я вже немало бачила різних таких сорочок, там, де якраз одна сторона довша, інша коротша, але ну, багато моїх знайомих жартують, що просто тканини не вистачило, так? Конечно, ну, просто это самый простой прием, чтобы выразить деконструктивизм, то есть это просто одну выше другой сделать, и не всегда понимается это окружающими. А интересный крой, когда вот асимметрия идет очень сложная, то это всегда будет заметно, всегда это будет, ну, как галочка, что вы очень стильная. Привертаю увагу. Да, а чи кожній людині ось підійде такий фасон, скажімо так? Вашу думку. Скажем так, что именно такой конкретно фасон подойдет острой внешности и такому тоненькому телосложению, но тренды, они очень мудрые, так скажем. Тренды, они выпускаются в разных интерпретациях, и каждый человек, зная свои линии, зная свои фасоны, он подбирает из трендов то, что идет конкретно ему. То есть не нужно бездумно на себя натягивать все, что модно. Так, тут это написано, что модно, значит, сегодня я буду в цьому, так? Ну, то не варіант. Не должен быть такой логический ряд. Должен быть логический ряд совершенно другим. Мне идут вот такие-то фасоны. В тренде сейчас похожие вот это и вот это, поэтому я это буду надевать. Только вот так. Не наоборот. Чтобы выглядеть адекватно в первую очередь. Так, мода модою, друзья, але адекватність перш за все. А якщо говорити про чоловіків, там теж діють правила оверсайзу чи ні? По-разному буває. І зараз інтересна мода у мужчин. Не всі мужчини її розуміють, все-таки мужчини залишаються в класиці, але теж висока талія зараз входить в моду. Теж для чоловіків? Да, об'ємні форми. Укорочені брюки для мужчин точно так же входять в моду, кстати. Головне не взимку. Да. Змерзнуть дуже. Не всі мужчини це теж розуміють, але, тим не менше, якщо ви хочете бути в тренді, то це теж одна із фішок. А щодо взуття, так? Сьогодні з взуттям, так? Ми підготувались, так. Так. Якщо можна, будь ласка, покажіть декілька пар. Нашим глядачам. Конечно, обязательно. Одна із форм, которая будет актуальна в этом году, это узкий носок и широкий каблук. Есть интерпретация разных форм, и очень мудрая, опять же, повторю, индустрия моды, она очень красиво работает с разной формой, то есть сейчас моден и широкий каблук, и каблук Kitten Heel, тоненький каблучок, такой как рюмочка, тоже в сочетании с острым носком. Когда мы, допустим, очень тонкого телосложения девушка, она более хрупкая, она берет Kitten Heel с узким носком. Когда у девушки объемное бедро широкое, то есть лучше его подчеркнуть широким каблуком, но тем не менее удлинить ноги визуально узким носком. И еще один тренд заключен именно в этой обуви, это белый цвет. Белая обувь сейчас очень модная, она продолжает быть модной с прошлого сезона. По результатам модных недель, которые прошли вот на прошлых месяцах, очень много было стрит-стайла именно с белой обувью, поэтому смело покупаем, смело носим, она будет еще актуальна очень долго. Далее. На весну-лето, на следующий сезон будут очень актуальны мюли, так называемые. То есть раньше мы их называли... Я, наверное, запомнила. Мы раньше их называли сапо. То есть это открытая пятка.
Вот. Либо это закрытый носок, либо это открытый носок. То есть мы называли их раньше шлепки. Да. Шлепки на каблуке. Сейчас это называется, мюли. А вот здесь очень важный элемент – это V-образный вырез. Вот в этой обуви. То есть мало того, что это узкий носок, но еще вот этот V-образный вырез, либо туфли сейчас можно с таким вырезом, либо шлепки, так скажем, по-нашему, вы можете брать, это очень актуальная обувь. То есть мюли могут быть вот на такой платформе, мюли могут быть на Kitten Heel, на таком маленьком каблучке, они могут на широком блочном каблуке. Скільки новых слів я сьогодні дізналась. Вони можуть бути по-разному. Дякуємо, що завітали до нас. Ми ось бачимо, що мода дійсно вона повертається. Тож, якщо у вас залишились речі з 90-х, але насправді це не працює, так, наскільки я розумію. Звісно, краще покупати нові форми і нові матеріали. Дякуємо, що завітали до нас. Ви такий ось спонсор хорошого вигляду. Стараємося. Сподіваюся, що глядачі, ви зробили собі деякі нотаточки і найближчим часом, як тільки отримаєте зарплату, підете скупляти нові речі. Так, але мода модою, головне, щоб те, що ви собі оберете, воно підкреслювало ваші найкращі риси.